Любите похрустеть чем-нибудь вкусным? Тогда приготовьте салат «Капустное удовольствие». Быстро, просто, с хрустом и полезно. От такого салата не откажется никто, ведь фигура точно не пострадает. Быстрый и простой салат «Капустное удовольствие» утолит голод и не навредит фигуре. Салата получается много даже из такого скромного количества продуктов. Это идеальный рецепт для тех, кому нужно накормить большую семью, ну или для тех, кто просто любит капусту. Пробуйте. 1. Белокочанную капусту мелко порубите, выложите в миску и помните руками. 2. Точно так же поступаем и с красной капустой. 3. Морковь очистите и натрите на терку. Выложите в миску к капусте. 4. В миску к остальным ингредиентам добавьте кукурузу. 5. Посолите, поперчите салат. Добавьте сметану, майонез и уксус. Перемешайте. 6. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут и подавайте. Приятного аппетита!